Вы не разговаривали с отцом с тех пор, как ты пошел на службу. Ты всегда рвался в летчики. Но как можно летать с такими травмами? Отец, если я не буду летать, мы не сможем завершить проект. А если что-то произойдет в воздухе, что ты будешь делать? Я плохой сын. Простите. Я должен летать. Когда я был моложе, мне тоже бывало страшно. Я хотел все бросить. Я остаюсь. Я не могу отступить. Я испытаю наш лучший самолет. Столько раз, сколько потребуется, чтобы отцы смогли вернуться к детям. Мы обещаем создать лучшие истребители. Король неба. Наше поколение вернет то, что было утеряно. В кино с 15 июня.